я походу красная. Всем привет! Смотрите, где Алиса устраивается спать. В тазике! Она постелила туда подушку. Взяла одеяло с собой. Алис, тебе там удобно? Катя ее даже пофотографировала, как она там обустраивалась. Боже, как похоже на детские Настины фотографии. Вот когда смотришь именно по фото, знаешь. Вроде и не такая Настя была, но вроде и похоже. А мы тут с Катей и с Настей в героев играем. Катя на ноуте, я на ноуте, а Настя на компьютере. Ты на меня напала? Да. Ах ты, зараза. Да. Все, ты спадки передумала, дочь. Выспалась уже? Ну давай тогда разберем это все. Да. Иди разнеси на место все. Да. Катя напала на мой замок, а у меня там даже героя нет. Понятно, что у меня там силы слабые. И у нее какой-то новый замок, которого я даже не знаю. Вон змея какая интересная. Первый раз такое вижу. Да все, я проиграю. А теперь Алиса придумала еще более смешную штуку. Она надела на папу обруч с ушками кота. Это Алиса. Я обычно такое не ношу. Врет каждый день, так ходит и постоянно в зеркало смотрит. Так, ну что ты вообще раскрыла все мои секреты? Мы сейчас ждем. Сейчас Настя и Катя будут дарить подарки, которые привезли из Польши. Что-то у нас все на это времени не хватало. Сейчас уже Катя в Киев собирается уезжать, а мы думали наконец-то же глянуть подарки. Да, Алис? Одеяло! Не, ну не надо, еще рано спать. Одеяло! 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 Как ты посмела прикоснуться? Кость, поправь, челка выбилась. Челочка, прямо на глазах, посерединке, Кость. Скажи, Алиса, скажи, большая улитка? Большая. Улитка. Большая курика. Большая курика. Алиса, можно я сниму уже? Большая курика. Да спрячь просто и все. Большая курика. Красивая улитка. Ну, все, ты Даша надела. Так, Алиска, сейчас тебе будут подарок дарить. Алис, смотри, что там у Насти. Подожди, Катю ждем. Подарок. Там у Насти подарок? Насти Бог. Подарок. И с другой стороны вообще. Подарок Алисе. О, Алисе. Подожди. Подарок там. Подожди, Катю подождем. Кто там нам звонит по телефону? Неизвестный. Кто-то неизвестный. Она спать уже хочет. Так, ну у нас с набором как бы подарок. Ух ты, Алиса, смотри, какая юбка. Юбочка. Юбка. И кофточка какая. Юбка понравилась, а кофточка. А ботиночки, смотри, Алиса, тапочки вот такие. Валенки. Это костюм. Валенки, Алиса, это валенки. Да, валенки. Ух ты. Первый раз слышу, как она же поет. Война не подшиты, стареньки. Нет, давай все наденем, и футболочку с юбочкой тоже. Это костюмчик. Украинский, кстати, национальный костюмчик. А, это польский? Ну, он так украинский сойдет. Ну да, похож. А валенки не маленькие вы купили? Ну вот я думала. Вот сейчас проверим. Вот прям на вид видно вроде, что маленький. Наверное, маленький. Блин, это обидно. А какой ты размер? Я думала, 25 слишком большой. 25 у нее размер, Кать. Вы же меня спрашивали, я говорила, что 25. Ну что, там ни в какую туда не залазит. Не Золушка. А, там... а что там такое внутри? А, это стелька. Да, можно без стельки попробовать. Котелька. Стелька. Котелька. У нас получится. А что у вас не получится? Я сразу... Это 24 ты взяла, да? 23, 24. Да ты что, 23 еще и 25 у нее. Ну да, не налазит. Не мучайте, детка. Ну, будет вашему следующему. Пипец, Лапа. Вашему. Внукам будет. Да. Давай его прочитайте. Фу, почему она коровами воняет? Нюхай. Сыром их воняет. А мне чисто коровий запах.
Да минимум не корова. Померяешь юбочку, Алиса? Наденем юбочку. Слушай, съездить и поменять. Хорошо, пошутил. Алисочка, наденем костюмчик новый? Давай, наденем. Смотри, сумочка. Тебе сестрички костюм привезли целый. А где юбка? Все померить на папочку надо. Ну ты понимаешь, да, какая у меня будет заставка на видео? Первый раз, что ли? Вечно ты меня унижаешь на весь мир. Ой-ой-ой-ой. Это Алиса, это не я. Заставку-то ты делаешь. Вы сговорились вообще. Да. Теперь папе. Ну да. Папу петь. Кабан. Вот. Видишь, Алиса? Это чтобы ты вышла, если тебе не нравится, как ты его поставил. Алис, твоя любимая свинка. Косинка. Ух ты, слушайте, ему идет. Да. Офигенно ты выглядишь, Кость. Красиво. Нормально, небольшая? Кавказский мужчина. Не маленькая? Ну, чуть-чуть маловато. На мотоцикле в ней хорошо. А ну, завяжи. Это, правда, не шлем. Да не маленькая вроде. Ну да, давить может он. А. Класс. Держи вот еще, пап. Смотри, какая рюмка. Сапог. Правда, где-то выпала крышечка, мы ее потом найдем тебе. Найдем дома где-то. Ничего себе. За купаны там написано. Ехать менять. Что, ты хочешь? Хочешь померить, Алис, да? Давай, я хоть посмотрю, как смотрится. Она опупенно смотрится. Понятно. Достойный обмен. На, а тебе свинку. Нет. Надевай, Алис. Смотри, какая шапка крутая. Ты что? Надевай свинку. Алиса, юбку хочешь надеть? Нет. Она хочет валенки. Наверное, в такой город выйти. Да не, можно и в город выйти, Кость. Прикольно смотрится. За купаны в таких все время ходят. Да? Да. Да ты посмотришь сам, как ты в ней смотришься. Офигенно. Давай я надену, ты на меня посмотришь. Они маленькие, Алисочка. Блин, там же тоже. Как так, да? Понравились именно. Так что, не могли спросить размер у меня? Нет, я ей сказала, что 25. А я смотрю, 25 прямо грубо. Так тебе же Настя сказала, что 25. Ну, я сразу так догадывается. Я просто сидела на чемоданом. А это точно не женская шапка? Это, конечно, обидно. Это нет, это, да, это мужская. Да она будет идти всем, она красивая. Ух ты, как да, же прикольно. Что ж такое? А что это, сок? А тут еще папа, к сожалению, не алкоголь, но... это сиропы. Это назвачится. Уже думал, вроде это... Я так воодушевился, когда звон бутылок услышал. Да, малина. А оказалось, что содержимое очень огорчает. Липа и... Ничего не огорчает. А сироп это просто добавлять воду по чуть-чуть и типа... Что у тебя за футболки? Я вот как не гляну. То, что не это картина Крик. Что-то интересное. Ну там же не такая маска в Крике, она более вытянутая была. Да, ну это типа просто. Да, оно же не все там тоже. Спасибо. Теперь маме даем. Ну да, но я думаю, она видела его уже. Да, да? Видела. Одеяло? Видела. И сказала, что оно ей не надо. Не, ну как бы я же не мерзлячка. Она просто, она ж ночью даже не открывает. Да, я ж... Это мы с тобой прокупили. Ничего, я на ночь батарею отключу, посмотрим, пригодится оно ей или нет. Это очень теплое одеяло. Это надо Насте. Настя всегда мерзнет. Давайте Насте его дадим. Почему? Она и воняет. Нормально, подарочек привезли. Мы когда его выгнали, понюхали 10 раз, оно не воняло, а потом начал запах появляться. В итоге оно воняет бараном. Там вроде сильно не воняет. Там мне тоже сильно. Мне не против шкур, которые продают. Я говорю, мама, эта шкура тебя будет преследовать до конца жизни. Все эти горы, это... Осталась бабушка, только где она? А что для бабушки привезли? Солнышко. Давайте ей туда отнесем. Сумочка. Да, сумочка. Опа. Ого, красота сундук. Какая, класс это. И тут еще вот бабушки брош. Стерпой. Куда ты его потащила? Посмотреть. Брош, это тюльпаны, бабушкины любимые цветы.
Ух ты, может ей на днюху подарить? Не, день рождения скоро. Это ж с Польши. Красивая брошка. И шкатулка классная, думаю, она придумает, что туда ложить. Спасибо. Спасибо. Алисочка, скажи спасибо и поцелуй. Пойдем вместе, бабушка? Да. Ой! Промахнулась. Господи, я думала батон. Кать, под колеи, пожалуйста. Поскольку ж можно. Я снимаю на диван. Я снимаю на диван. Такая твоя судьба. Вот так я смирюсь и буду и ходить в ней. Ну да, привыкнешь. Красиво папе, Алис? Ой. Алис, красиво папе? Ой. Спать хочет. Сейчас купаться. Даже пойдем. Игры направлены на то, чтобы прилечь. Купаться пойдем, Ку-ку? А? Котяти. Ку-ку. Пойдем? Скажи, папа красивый. А он уже снял. Уже некрасивый. Ой, она уже снимает. Ты тоже снимаешь, она да? Она же купаться идти. Все. Все. Пышные такие. Все. Все. Ты куб-куб собираешься, да? У нас уже поздний вечер. И Катя с Алисой только что вместе строили домик. Это очень мило выглядело. Свет, да. Свет. Большая косинка. Да, большая. И большая куика. Ложись, паточки, солнце. Большая куика. Большая улитка, да. Большая куика. Такой у Кати дом большой вышел, Алиса, ты видела? Видишь, какой Катя дом построила? Лисенок. Солнышко. Ты все заснула. Сладкая. Видишь, Катя строит крышу. Крыша у нее уже. Что это? Лестница. Лестница. Я в шоке. Упал дом, да? Упал. Бубух. 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 Бубух домик, да? Спасибо. Спасибо, папе. Пожалуйста. Катя стреляет. Спасибо, давай. Нашла умница. Спасибо. Алисочка, а ну подойди сюда, я тебе памперс поправлю. Ну, иди сюда. А чего? Нашла. Молодец. Молодец. Спасибо. Спасибо. Сейчас себе в лицо. А чего? Маша, умница. Катя, блин. Молодец. А чего? Молодец, нашла опять. Спасибо. Скажи, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Корона. Корона, да, Алис? Катя, Катя, принцесса. Ой, падает. Катя, принцесса, ты слышала? Да. Принцесса. Смотри, Алиса, сейчас Катя Алисе тоже корону сделает. Алис, я не спешу. Алис, не надо. Папа, бай-бай. Да, Элисе пора бай-бай. Алиса, бай-бай, давай. Нет. Смотри, мама уже собирается бай-бай. Ложись. Я тебе бай-бай. Да. Корона. Корона. Ух ты, а ну покажись. Ух ты. Ух ты, покажи маме корону.
Ух, ух ты, какая красивая. Принцесса. Принцесса, да. Королева, ну куда принцесса? Ну, наверное, в зеркало смотри. Поломалась. Давай, почини, ничего страшного. Печенье. Поломалась, чуть-чуть. Бубух. Бубух, корона и поломалась. С кем не бывает. У кого корона не падала за эту жизнь из нас, да? Починим. А сокати ошли. Ух ты, что ты такое сказал? А сокати ошли. Катя что? Катя. Катя чинит, видишь? Печи. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да, поломалась. Ути. Катина. Катина. Там домики, видишь, которые можно строить? Что-то она там не чуть-чуть поломалась, а капитально. Я просто не понимаю. Катина. Картина. Я не могу солить. Как что-то придумает. У тебя, Кать, тоже такая же фантазия в детстве была бурная. Ми-оп. Оп. Ми-оп. Оп. А что Катя? Катя Оспи? Что она говорит, Катя? Не понимаю. Скоро. Я не понимаю. Пускай будет так, Алиса. Все, и давай, пойдем в зеркало посмотрим. Красавец. Продефилировал. Чуть-чуть. Сетку сюда повесить. Чуть-чуть.